скандальная акция с политическим подтекстом прошла в Братске. Видеоролик, снятый на одной из площадок проведения Дня молодежи, собрал 1000 просмотров в интернете и вызвал нешуточный резонанс. И вот эти кадры. Суть конкурса проста. Участники должны были ударить ногой по плакату с изображением американского президента. Причем, чем выше удар, тем больше очков начисляется. В администрации Братска сегодня прокомментировали данную ситуацию. Оказалось, что в День молодежи устраивать конкурсы могли все желающие. Правда, их содержание и направленность нужно было согласовать с властями. Авторы скандального мероприятия ничего подобного не сделали. Как выяснилось, вот инициатором данной акции стали несколько молодых брачан, которые таким образом пытались выразить свое отношение на события, происходящие в стране. Мы таких методов, конечно, не поддерживаем, и сразу же на месте ребятам было рекомендовано эту площадку свернуть. Причем оказалось, что подобные действия не квалифицируются даже как хулиганство, а значит, перед законом организаторы отвечать не будут. В Министерстве молодежной политики региона об этой ситуации тоже знают, однако, как пояснили в пресс-службе правительства, ответственность за подобные мероприятия целиком лежит на плечах муниципалитета. В конце концов, наказать организаторов неоднозначного конкурса можно только одним способом, если сам господин Обама обратится в суд с требованием о защите чести и достоинства.